Всем привет! Сегодня 16 июня, Московская область. Я снимаю вторую часть видео о теплицах, об огороде. А на первую часть я оставлю ссылку под этим видео. И хочу сказать, поговорить о сезоне 2019. Все же, знаете, познаются сравнения и сравнивать 2018 год, то в прошлом году было все намного лучше. Я смотрю просто по своим культурам. Я не знаю, как у вас, напишите. Но в этом году, конечно, была экстремально аномальная погода, потому что наверное, с начала мая все-таки началась жуткая жара, без капли дождей. И что самое вообще было плохо, то были холодные ночи. Просто ужасные ночи, там до плюс 9-10 градусов. Потом немножко выровнялось, и опять сейчас началось жарко днем и жутко холодно ночью, до плюс 10. В общем, одеваем куртки. И вот эти вот колебания температурные, конечно, повлияли на состояние растений. И огурцы не такие мощные, и перцы не такие мощные кусты, как в прошлом году. Что, собственно говоря, я могу сказать и о томатах. Не то чтобы здесь у меня томатов не было, но все же. Это стеклянная теплица. Растут здесь одни только томаты высокорослые. Пока рассаду высаживала отличную. Прям очень хорошую, я ее не заглубляла, она была у меня не вытянувшаяся, в общем, можно это даже посмотреть, было снято видео. Помидоры есть, но не такого качества, как в прошлом году, допустим. Вот, завязывается все, кисточки висят, помидорчики есть. Я по сортам сейчас вам не буду все здесь рассказывать, потому что в конце сезона я всегда делаю обзоры на все сорта, в подробностях рассказываю и показываю. Поэтому сейчас просто покажу, что плоды завязываются, они есть, но цвет был немного потерян. Потом зависть я имею в виду, потому что очень была высокая температура. Я хоть ее и снижала, проливала все дорожки. Они у меня здесь, я их устелила еловым опадом. Они были тоже пролиты, но как-то хотя бы сбивать температуру, но все равно температура держалась очень большая. Это южный загар сорт. Здесь томаты тоже висят. Все хорошо еще цветет. Видите, цвета-то, собственно говоря, много. Вот. Но я вижу, что завязи потеряны. Знаете, сказать даже, я могу, наверное, даже сказать, что много завязи я потеряла. Цвета. Цвет опал, можно так сказать. Здесь июньские уже. Скоро будем срывать, через недельку будет красный. Ну, помидоры все же есть. Вот. Это томаты июньские. Вот этот куст и первый с побуревшим, это и сорт июньский. Такие здесь красивые томаты. Но цветет очень много. Я все-таки надеюсь, что сейчас температура воздуха упала у нас. Поэтому сейчас вот эти все цветы, которые уже зацвели, я думаю, что они уже будут с плодами. Вот томатики. То есть томаты есть. Вот. Кисти завязаны. Вот. Это такие... Красный кончик будет и фиолетовые плечики. Вот кисти. Надо будет кисти подвязать, а то они уже ломятся. Здесь кисти завязаны тоже. Ну, знаете, меня одно успокаивает, что без томатов я не останусь. То есть они у меня есть. Вот. Вот такие кисточки. И я надеюсь, что цвет, вот этот, который уже есть, он не опадет. Такие кисти хорошие. И все будет нормально.
Так, что я сейчас буду делать вообще? Томаты я в жару поливала 2 раза в неделю. Проливала не только грядки, но и вот эти проходы проливала. И сегодня я растворила вот фитоспорин 200-граммовый, это в пасте я люблю делать. И сегодня буду проливать полностью томаты фитоспорином. И еще раз в неделю я проливаю гуматом калия. Тоже развожу, как и огурцы, чтобы плоды были сладкие и не было белой середины. В общем, выглядят томаты вот так. Подхожу, конечно, подкручиваю, убираю пасынки, но это все, мне кажется, стандартно. Здесь особо просто говорить не о чем. Вот единственное, сегодня фитоспорином все обработаю. Боюсь грибковых заболеваний, потому что и поливается чаще, потому что жарко, чтобы сбить температуру. И, в общем, честно говоря, я уже от сезона 2019 немножко устала, потому что полив, полив и полив, удобрения, жара. В общем, вот так выглядит моя томатная теплица. Больше рассказывать не о чем здесь. Помидоры, ну... Нормально, я так могу сказать. Так, на входе у меня также стоят цветы. Это я черенковала тоже пеларгонию. Смотрите, какая она такая красивая. Здесь у меня горошек. Сорт, сейчас скажу, афила. Это горошек, если кто знает, он не имеет практически листвы. Здесь только немножко листвы. И дальше он просто дает вот такие усики. И между собой они будут сплетаться вот так и... А, такой горошек, интересный сорт. Понравится, соберу семена. Видите, если сравнить, этот горох, он просто в таких в усиках. И вот обычный горошек, смотрите, какая у него листва. Это горох фиолетовый, стручок. Так он называется, сорт фиолетовый. А сами горошинки будут зеленые, но стручки будут крупные, по идее, и фиолетового цвета. А здесь у меня посажена обычная немножко горошка. Петунья моя также. Лобелия, которую я вырастила, такая красавица. Это у меня уже зацветает весь на бутонах. Это гераньки однолетки, веселые ребята. Смотрите, какие красивые. Они разноцветные будут. Все у меня находится возле теплицы, чтобы было компактно, чтобы был легкий уход, полив и так далее. Понравилась мне в этом году вот такая петунья. Очень понравилась. Смотрите, я не знаю, сколько здесь цветок, но сантиметров 12, наверное, точно. Вот рука моя, и какой он крупный, смотрите. Вообще крупнющий, какой красивый. Такая серединка темная и яркая. И он такой гофрированный, лепесточки такие. Эта петунья мне не понравилась, это розовая. Она такая волнистая. Ну, в общем, не понравилась она мне. Это обычная. Тоже очень крупный цветок. Вот. Фиолетовая. И белая здесь у меня для разбавления. Видите, листик тоже такой гофрированный. Тоже красивая, мне понравилась. Постоянно обрываю такие, чтобы цвели дальше. Чтобы цветок было побольше. Видите, это... Посажена кучновато и уже цветок мельче. То есть, если сажать ее в более хорошие условия, то цветок будет большой. На сегодня ветер поднялся, так что, я думаю, меня будет хорошо слышно. Так, здесь у меня я показала эти георгинки. Здесь на углу тоже георгинки. Все посажено для удобства в уходе. И здесь у меня такая тепличка, не тепличка, в общем... К теплице, смотрите, сейчас я подробнее расскажу. Здесь стена теплицы, где растут томаты. И здесь просто натянули клеенку с 3 сторон, открытая крыша и посажены баклажаны. Вот таким образом все у меня здесь сидит. То есть здесь стены закрыты, чтобы баклажана не было, так сказать, сквознячка. Но голова открыта. Здесь у меня 2 сорта. Это баклажан сосулька. Это белые, длинноплодные. Хорошо выглядит. Что сделала? Пропасынковала. Обязательно я убираю пасынки, как и у томатов. И убираю коронный цветок, который вот здесь находился. Вот. Самый первый.
вот здесь в развилке, вот здесь он был, я его убрала. Почему? Потому что я уже оставляла как-то плод здесь, он реально один вырастал, а все, что вверху, ничего не росло вообще, поэтому я его советую убирать. И здесь у меня точно так же все пора посынковано, видите, до развилки, и здесь был коронный цветочек, я его убрала. Все, все остальное, пасынки, цветы, я все оставляю, пускай растет. Сорт высокорослый, по идее, должен быть. Сделала ему, поставила опору. Понравится, соберу семена с этого баклажана. Дальше это рог изобилия, у меня 4 штучки. Тоже он высокорослый, по идее, должен быть. И длинноплодный, обычно фиолетовый цвет. Тоже все пропасынковала до развилки, коронный цветок убрала. У меня здесь немножко. И дальше у меня уже сорт, это я покупала у огородника, семена свои домашние. Это сорт корейский карлик, они низкорослые, тоже пропасынковала до развилки, убрала вот этот коронный цветочек. Видите, остался пенечек. Все, все остальное я его пускаю, пускай растет, нарастает много баклажан. Они, если по сравнению с этими, видите, они низкорослые. Дальше у меня здесь перчик. Это острый перец. Смотрите, как он вверх смотрящий такой. Это жгучий, очень ядреный. Здесь у меня посажена капуста. Цветная капуста, это как на второй оборот. Вот здесь буду высаживать. Вот. Здесь у меня посажен базилик. Тоже рассадой высажу. Так, и здесь у меня сорт один Маугли. Вот, это такие, не знаете, маленькие, небольшие будут баклажанчики. Вот так все это у меня растет. Расстояние, ничего не знаю, но расстояние сделала большое, если можно заметить, видите. И здесь такая у меня типа дорожки. Что делаю? Проливала зеленым удобрением поначалу, после высадки. И пролила уже один раз, буквально позавчера, гуматом калия. Потому что началась появляться зависть, цветы. Гумат калия будет к месту. И здесь, если вы заметили, у меня трава, скошенная трава. Все мульчирую вот эту дорожку и полностью под баклажанами. Делаю небольшой слой подвяленной травы, потому что если заложить сразу большой слой мульчи, то она просто будет гнить. Чтобы этого не было, нужно, я каждую неделю просто подкладываю прям понемногу этой сушеной травы, и все. И трава не гниет, она просто вот, если можно видеть, она вот такая сухая. И трава меньше растет, и удобрения баклажанам, и они так в жару меньше, мне кажется, горели. Но траву я им травой зарастать не даю. Не люблю траву, когда она в баклажанах. И вообще трава, это я заметила, что много травы, значит, идут сюда питаться слизни, муравьи. Появляется на траве эта тля. В общем, одни болячки от травы. Поэтому вот замульчировали, и все хорошо. Вот так выглядят у меня баклажаны. Неплохо. Так, дальше пошлите. Как я уже говорила, что я высаживаю растения, все стараюсь компактно, чтобы мне было удобно высаживать. Вот теплицы, здесь у меня тут же растет чеснок. Чеснок в этом году, я думаю, что созреет раньше намного, чем прошлые года, потому что в начале июня он уже выпустил стрелку, и уже середина июня я ее уже убрала. То есть она у меня уже выпрямилась, представляете? То есть, наверное, в конце или в середине июля, наверное, может быть, даже в начале июля, наверное, надо будет чеснок собирать. Здесь у меня тоже разноплановая грядка. Здесь растет капуста цветная, ранняя и цветная, ранняя и просто белокочанная. И брокколи. В общем, все понемногу. И бархатцы здесь растут. В общем, что здесь только не растет. Укроп. Здесь тоже чеснок у меня, грядка с укропом вместе. Это лаванда, это горная лаванда, которую я высаживала, тоже ей очень жарко, поливаю, рыхлю ее, но она отходит потихоньку, видите, вот такая хорошенькая. Так, здесь чеснок,
Чеснок я просто поливаю сейчас, ничего не делаю, оставляю вот одну стрелку на каждой грядке, чтобы потом смотреть, когда убирать чеснок. Здесь также лаванда, это мною выращенная, тоже скоро, видите, опять зацветет, я ее обрезала на черенкование, скоро цвет даст. Тоже хорошо, между прочим, пошла. Просто поливаю и рыхлю. Минеральными удобрениями я в открытом грунте не пользуюсь. Проливала тоже зеленым удобрением как-то ее и гуматом калия. Это лаванда голубая, высадила буквально ее недавно. Вот, пошла она хорошо, конечно, в открытом грунте ей намного лучше, чем в кашпо. Такая вот красавица. А здесь у меня лаванда уже вся в цвету. Смотрите, какая она красивая. Тоже выращена из семян. Вот. В прошлом году высадила ее. Она у меня перезимовала в открытом грунте. И вот такая красивая. Смотрите, сколько цвета. Хороший медонос. Запах стоит просто невероятный. Смотрите, сколько цветов. Хорошо разрослась прям, даже, и мне кажется, она здесь густовато посажена. Здесь у меня растут перцы, высаживала их в мягкие контейнеры. Здесь же и бархатцы у меня тоже высажены. Созрел перец Рамира, сегодня буду его срывать, делать деревенский салат. Здесь под деревьями у меня тоже растет капуста. Я много лет уже высаживаю под деревья капусту. Она немножко поедена, потому что я ее ничем не обрабатываю. Вот растет и растет. Это брокколи. Тут же у меня растет календула. Сама сеется, я ее даже не высаживаю. Вот календула, брокколи. Отличное сочетание. Здесь у меня уже для зимнего хранения и для зимнего употребления посажена морковь. Дней 6 назад я ее посеяла. Смотрите, уже вот она вылазит. Вот. Хорошо всходит. Вот морковочка всходит. Сейчас она поднимется побольше. Я уже ее траву подергаю. Схожесть хорошая у моркови. Такая 6-метровая грядка здесь у меня моркови. И 6-метровая грядка это свекла. Тоже посеяла буквально 4 дня назад. Смотрите, как хорошо она всходит. Самый первый начал сходить, это гибрид. Вот-вот. Сразу старалась сеять я на расстоянии, но здесь уже как получилось. В общем, 6-метрово. Самый хороший момент сеять ее в июне месяце, начиная с 6 июня. Для зимнего хранения отлично. Это уже и вроде бы морковная муха перестает летать. Не должна ее подъесть. В общем, для нашей семьи одна грядка моркови по 6 метров и свеклы. Это вообще достаточно. И сейчас еще показать хотела лук. Это лук Exhibition. Выращивала я его сама. Высаживала рассадой. Вот так он выглядит. Вот. Перышко. Это лук Exhibition. Это тоже 6-метровая грядка. Вот так выглядит лучок. Слегка мульчирую тоже скошенной травой подвяленной. Ну, прям очень тонкий слой. И междурядье только выкладываю траву. То есть близко к головке я не подкладываю. Только междурядье. Проливала зеленым удобрением. И пролила еще один раз гуматом калия. Все. И просто полив. Больше ничего не добавляю, ничем не кормлю. Вот иногда убираю сорняки. Надо будет еще на днях подложить этой скошенной травки прям междурядье. Лук, что могу сказать о луке, в принципе неплохой. Вот такая грядочка. А здесь у меня два рядочка, это лук, который я сеяла севком, сажала. А здесь это все, это лук Exhibition. Так. Вот вам кратенько, быстренько показала лучок. Рядом с луком растут арбузы. Я уже сказала, что сажаю все рядышком, чтобы был удобный уход. Это сорт Цыганок. Ранний арбуз, небольшой, до 3 кг. Замульчировала я слегка соломой. Что делаю? Вначале, когда после высадки, я проливала несколько раз зеленым удобрением.
И сейчас, когда уже образовались плоды, начали образовываться, да, вот арбузики, то я пролила уже один раз гуматом калия, чтобы хорошо завязывались. И сейчас ночи холодные, я накрываю укрывным. Вот 2 дня. А так они у меня растут полностью в открытом грунте. Я уже говорила, что мне особо ухаживать некогда. Я человек работающий. Вот по возможности приезжаю, поливаю, ухаживаю. Возле септика по периметру посадила подсолнечник. Разные сорта и для семечки, и такой просто декоративный. И напоследок хочу показать тыквы. Свои любимые тыквы. В этом году их выращивание пошло не по плану. Потому что тыквы я выращиваю на горе с землей. Я считаю, что это самый лучший вариант для выращивания тыквы. Делается большая куча земли, и на нее высаживается рассада тыквы. Но в этом году все у меня по-другому. Эту кучу пришлось убрать, потому что она мешалась. И я тыквы высадила все в мягкие контейнеры. Первый раз это делаю. В общем, сделала в этом году. Посмотрим. Но я смотрю по состоянию растения все-таки. Мой вариант – это самый лучший вариант. Разные сорта у меня здесь. Даже высадила в мягкий контейнер 2 кустика арбузов. Это желтая мякоть Юличжан. Это лагинария для получения кубышек. Здесь же, ну, все сорта у меня здесь все подписано. Вот такие ножички я поставлю. Это мне поздняя высадка царевна лягушка, 2 куста. Здесь царевна лягушка, она уже цветет. Ну, в принципе, вся тыква-то цветет. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Это была жара, я их сейчас поставила под березы, но вынесем их на открытое солнце, чтобы они питались солнцем. Уход все самое обычное. Здесь в мешке все было заложено как обычно. Конский навоз, земля. И сверху я мульчирую вот это скошенная трава. Вот. Зеленым удобрением пролила, сейчас начинают цвести, гуматом калия я пролью. Все, в принципе, у меня весь уход, он у всех растений практически одинаковый. Минералка я здесь тоже не работаю, даже в контейнерах. Посмотрим, что вырастет. Но в следующий год я в любом случае мягкие контейнеры сажать не буду. Постараюсь сделать гору земли и высаживать все туда. Потому что растения в земле, в открытой, они намного себя лучше чувствуют, чем в мешках. Это даже не обсуждается. Ну, так оно и есть по факту. Это видно по растениям. Не знаю, какой уж будет урожай здесь. Ну, вот и все. На этой ноте я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам всего самого хорошего. И всем пока.